Твери завершились масштабные соревнования по тактической стрельбе из боевого стрелкового оружия. Участие в турнире принимали сотрудники правоохранительных структур и военизированных организаций региона, среди которых полицейские отряды спецназначения «Гром», Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, бойцы СОБР и ОМОН регионального управления Росгвардии, бойцы отряда «Рысь» УФСИН по Тверской области, сотрудники подразделений регионального управления ФСБ, ФСО, госкомплекса Завидово, служащие военной полиции, участники военно-спортивного клуба «Белые тигры», а также команды ветеранов вооруженных сил. Соревнования проходили в течение 4 дней на полигоне Росгвардии. Целью турнира стало повышение тактического и стрелкового мастерства сотрудников, пропаганда физической культуры и спорта. Лично командное первенство соревнований проводилось в категориях «Спецназ» и «Классик». Участникам предстояло выполнение упражнений по огневому поражению целей из автомата Калашникова, пулемета и снайперской винтовки. Обязательным требованием к участию стрелков предъявлялось прохождение инструктажа по безопасному обращению с оружием и знание правил нахождения на стрелковом объекте. В составе каждой из 9 команд участвовало от 5 до 6 человек. При оценке результатов судьями в комплексе учитывалась точность, мощность, скорость и слаженность выполнения заданий. В личном зачете снайперам в ходе упражнений начислялись баллы. В командном зачете победитель определялся суммой баллов в индивидуальных и групповых упражнениях по всем видам дисциплин. Так, победителями в личном зачете по стрельбе из пулемета стали бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД. Второе место заняли сотрудники регионального управления ФСБ. Третий результат у бойцов СОБР управления Росгвардии. В личном зачете по стрельбе из снайперской винтовки первые и второе места присуждены ОМОН Росгвардии. Третье место у сотрудников УФСИН отряда «Рысь». В личном зачете по стрельбе из автомата Калашникова СОБР занял первые и третье места. Второй результат завоевали наркополицейские отряда «Гром». В командном зачете категории «Спецназ» сотрудники полицейского отряда «Гром» стали победителями, заслужив первое место. Второе заняли бойцы СОБР, третье место – ФСБ. В командном зачете категории «Классик» первое, второе и третье места распределились соответственно между ФСО «Госкомплекс Завидово», клубом «Белые тигры» и военной полицией Тверской области. Победители награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Руководство и личный состав Тверской полиции поздравляют коллег с этими достижениями.